Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. И мы в Дельфах. Короче, я здесь подошел, по-моему... Я не помню, не подходил. Давай посмотрим еще раз. К доске объявлений. Да, я подходил и забрал здесь все нахрен, выгреб все задания. Хотя нет, вот еще одно. 1 час 19 минут. Рекомендуемый 34 уровень. Да идите в жопу, да, зачем мне это нужно? Но и без доски объявлений мы видим здесь много-много заданий. Так, давай посмотрим вообще, что в округе есть. Может быть, какие-то сундуки есть? Так, кузнец. Спокойно, спокойно, здесь есть что-то. А что ты мне отметил? Че, вот что ты мне сейчас отметил, я не понимаю. Мы уже здесь были. Точку обзора мы уже посещали. Зачем ты мне ее по новой показывал? Так, солдаты. Статуя. Ладно, короче, здесь рядышком прям есть задание. Давай его возьмем. Малака! Фотий! Это же хозяин орла! Подрос со времен Кефалинии. А ты постарел, Фотий, дыхание пса. Последний раз, когда мы виделись, я поджег твой корабль. Корабль и бороду. К счастью, я почти ушел на покой. Здесь люди платят наемникам больше, чем на Кефалинии. Конечно. Больше, чем Маркос, как пить дать. Все платят больше, чем Маркос. Тебе повезло, что с ним работал я. Я сразу понял, что он паршивый плут. Теперь я беру что попроще. Сейчас, например, работаю стражником. Обычно это легко. Понятно. Работает стражником, но почему-то на нем нет доспехов. Интересно. Так, жаль, что я не могу уйти на покой. Наемник остается наемником до конца. Давай наемник остается наемником до конца. Наемника только могила исправит. Нам тяжело отойти от дел. Ты прав. С каждым днем я понимаю, это все лучше. Бед не оберешься. Что-то случилось? Жрецы ограбили сокровищницу. Забрали сапфиры, подарок царя Фракии. Мерзавцы. Твой хозяин будет зол. Да, в отличие от тебя. Проучи этих мерзавцев. Найди их и сапфиры, и я заплачу тебе лучше, чем платят на Кефалинии. Ну что ж, давай. Ладно, я помогу, но... Но что? Что, забудь о награде? Нет, ты должен будешь заплатить. Сам знаешь, это дорого стоит. Ты надежный соратник. Опасный, жадный, но надежный. Жадный. Сам ты, блядь, жадный. Так, куда отправишь жреца? Так, я ищу жрецов. С чего начать? Жрецы не умеют воровать. Думаю, они где-нибудь прячутся. В пещерах на западе. Угу. Зачем жрецам красть драгоценности? Серебро и деньги на месте. Они знали, что самое ценное — это сапфиры. Жрецы как-никак. Ладно, окей, давай я найду этих жрецов и отниму эти сапфиры. Я быстро их разыщу. Итак, на западе... Ну-ка, подожди. А, ну все, отмечено уже. Пойдем, значит, на запад. Так, еще одно задание. Ладно, мы сейчас вернемся. Нам же все равно к нему возвращаться, я так понимаю. На западе. Блин, ни одной нормальной дороги. Почему все в обход? Почему здесь нет никаких троп, тропинок, по которым можно ходить? Почему обязательно нужно только дорогу искать? Но, зная, что это ассасин, можно прыгать везде. Это хорошо. Так, я вижу пещеру. Но, походу, они там. Ну, пойдем. Озвездюлим их, этих жрецов. Вообще, конечно, странно. Жрецы украли. Об этой пещере говорил Фотий. Жрецы были здесь.
были, то есть их здесь сейчас нет, что ли, я не понимаю. Если огонь горит, значит кто-то здесь есть 100%. Что-то как-то пусто. А нет, вон один, смотри-ка. Только я чувствую, что он здесь не один. Но мне почему-то так кажется, по крайней мере. Так, сейчас мы здесь все соберем сначала. Так, куда-то пошел. Ага. То есть до конца я его убить не смогу все равно, да? Блять, куда ты полез? Он же нас спалит, нахер. Так. Давай без палева сюда переберемся. О, еще железо. Самое главное, не поджечься. Спрыгивай. Так, хорошо. Не понял, а это что там? Ого. Так, их здесь двое. Следуйте пещеру, найдите жрецов. Подождите. А это выход, что ли? Какого хера? Еще один вход в эту пещеру, что ли? Блять, а. Что-то не то. Что-то не то. Так, исследуйте пещеру. Ты кто? Может, сапфиры у тебя? Ага, вон они там базарят. Так, еще двое. Один лицо. Но сапфиров нигде нет. Что ты, блядь, сейчас сделал? Охренеть. Это хорошо, что нас не спалили. Вот ты сумасшедший. Давай тогда уже и этого мочить. Обалдеть. Короче, персонаж решил сам по себе. Алексиус, так нельзя. Договор в силе. Мы заплатим за сапфиры полную цену. Встречаемся в крепости Десфина. Что ж, я знаю, куда отправлюсь. Крепость Десфина. Угу, я понял. Подожди пока отправляться туда. Нам здесь нужно совсем разобраться. Тут же 100% что-нибудь еще есть. Хотя, может, и нет ничего. Ладно, тогда по-тихому просто валим отсюда. Защитите сапфиры, они находятся в западной части холма, священной... Попробуй найти укрытие. Да какое укрытие? Все уже, хорош. Не будем мы... Хотя, может, все-таки... Может, опиздюлить все-таки их, а? Что тут прям как-то вот неспокойно уходить отсюда. Но он 13 уровня, там еще один. Сейчас же, блядь, сбегутся все. Хотя можно вот так. Что за звук? Ну иди проверь, что за звук. Чего? Хорошо, хорошо, просто хорошо. Так, ты не пали нас. Я говорю, блядь, не пали нас. Тихо, тихо. Ух, чисто. Блядь, что такое? Чуть не загорелся, короче, я. Так, здесь больше ничего нельзя взять. А, можно, 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 можно. Тут железо можно собрать, естественно, железо.
Так, и грубое копье я нашел. Окей. А сокровища-то где у них здесь? Надо убить одного главаря и сокровища. Ну что, это вот я пиздюлю сейчас. Теперь ты умрешь! Да хрен тебе! Да не то. Так, главарь, значит, мертв. А где их сокровища? Что-то я, блин, понять не могу. Да, они сокровища спрятали, падла. Нашел. Загадочное письмо. Понятно, значит, там есть что-то интересное в этом письме. Потом искать надо будет. Мы потом все это найдем, естественно, все сразу. А сейчас будем валить отсюда. Все, факел можно погасить. Отличненько. Подожди, я там видел что-то еще. Ну, конечно, железо. Так, ищите сапфир Факиди. Он находится в западной части холма Священной Войны. Он находится в крепости Десфина. Красиво. А к югу отсюда крепость Десфина. Чего? За... Давай на карту посмотрим. Вот это что ли? Нет, это храм змеи. А, к западу. К западу. Значит, вот здесь где-то. Ну, наверное. Так, в западной части холма Священной Войны. Священный... А, подожди, вот она, крепость Десфины. Охренеть. Я предлагаю все-таки переместиться, наверное. Потому что туда пиздовать очень далеко. Так, ну мы переместиться переместились, только где эта крепость? Так, это что за крепость? Ну-ка. Да, вот и эта крепость. Так, и Кар ничего пока не видит. Ну, крепость та. Давай поставим маркер. И попрем туда. Офигеть, а. Вот закинул-то, ни хрена себе. На другой конец острова. Ну ладно. Деньги, так как говорится, не... Ух ты, козел. Деньги не пахнут. А вот шкура козла, наверное, воняет. Так, берем и погнали. Опа. Ну-ка, долбани, долбани по голове. Вот так вот, отлично. Давай. Еще что, козел? Да, еще козел. Блин, свалил. Ну ладно, хрен с ним. Хотя нет, иди сюда. Так, цель близко и карт. Сейчас. Вижу их. Ну, понятно, что ты видишь эти сапфиры, но дело в том, что я так понимаю, что здесь просто трэш. Творится, это же крепость. Ну-ка. Да, как я и сказал, здесь полный трэш. Охренеть. Это вот, говорит, такое легкое, говорит, задание для тебя, так, говорит, ты можешь все, ты все выполнишь быстренько. Да это просто трэшак. Ты посмотри, как я вообще здесь буду проходить. Это просто трындец, друзья. Вы посмотрите. О, медведь. Сколько здесь охраны. Та крепость, которую мы маленькую проходили, это вообще детский лепет был. Это просто агрохрененная крепость. Ладно, хорош на нее глазеть. Так, я нашел тайный вход, вон он.
Как мне на него пробраться? Просто забраться и все, да? Хорошо, сейчас все сделаем. По сути, действовать осторожно. Да я понял. По сути, нам нужно просто украсть сапфиры. Я не хочу долго задерживаться в этой крепости. Поэтому, наверное, сделаем все по-быстрому и по-тихому. Так, трос. А если вот так? Бля, сейчас нас спалят. Фарт. Давай, 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 давай. Вот так. Окей. Не-не-не-не, пригнись. Так, сокровище справа, там какой-то типок ходит. Этот дебил медведя дразнит. Да не, он его охраняет. Так, погнали, по-быстрому. Давай, 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 давай. Вот так вот. Красавчик. Опа. Так, ну вроде никого. Блять, хорошо, что обернулся. Смотри, какой жирный. Жирный валит куда-то. Давай иди отсюда, я хочу перепрыгнуть. Давай, перепрыгиваем по-быстрому. Только не пались. Только не пались. Нам в эту башню палиться нам нельзя. Спалимся, и нам кранты. Накинутся все вот эти вот гопники, и мы от них хер отобьемся. Вот что ты здесь встал, а? Иди отсюда нахер. Блять, придется, наверное, воспользоваться хитростью. Опа! Да, идите разбирайтесь, пацаны. Круто. Фух. Я думал, не получится. Все не понимал, как же их отвлечь-то, а? Так, а вот и наша цель. Вот они, испачканы кровью, но все еще сверкают. Да хоть в говне, это ж сапфиры, насрать, в чем они? Теперь надо отсюда по-тихому свалить. Ну, пока все заняты, валим отсюда. Все. Так, сапфиры мы добыли. Драться я с ними не собираюсь. В эту крепость я пока не собираюсь лезть и ничего захватывать. Так что предлагаю обратно переместиться опять через карту. И отдать эти гребаные сапфиры. Угу, мы на месте, окей. Так, где он там? 50 метров, да? Или 100? 105? Блин, не с той стороны зашел, а? Ну ладно, хрен с ним, пробегусь. Сбил маркер, который слева. Чувак, ты нас так подставил вообще. Алексиос! Ты... Ликуй, сапфиры нашлись. А почему они в крови? Жрецы никудышные воры. Хм, был бы я хоть немного моложе, попытался бы торговаться. Счастье, что ты старик. Хм, вот безделушка из сокровищницы. Никто не заметит. Надеюсь. Вдруг ты отправишь за мной другого наемника. До встречи, Фотий. Если увидишь этого пса Маркоса, скажи, пусть платит больше. Какую-то безделушку он нам дал. Блестящий браслет. И очень-очень мало драхм. Ну и хрен с ним. Так, я забыл, что нам нужно вообще было сделать по главному заданию. Пойдем, побежим, понесемся.
Так, все тайное становится явным. Значит, Пифия живет в Факиде, на востоке священных земель Аполлона. Ее дом расположен в Хоре Дельф. Карту, пожалуйста. Так, священные земли Аполлона. На востоке. Восток здесь. Я думаю, что все-таки это где-то примерно здесь. Но здесь придется, скорее всего, топать. Топать и топать. Ну, мы пешком, конечно, не пойдем. Погнали. Не мешало, конечно, бы еще прокачаться. Но я думаю, что пока это ни к чему. Блин, вот у них красиво, тут осень. А сами голые ходят. Ни слякоти, ни дождя, ни хрена. Повезло им с регионом. Так, ну дорога, я так понимаю, вот она. Я думаю, что она нас выведет. Так, ну-ка, прижали справа. А то придется стратоскопы включать. Че тут? Кто-то чью-то лошадь сожрали. О, 250 метров. Ну, не так уж и далеко, на самом деле. Хорошо, что дорога есть. То пришлось по скалам скакать бы опять. Так, а сейчас, я понял, что цель рядом. Это ее дом, что ли? Ну нифига себе, хоромы. Тисифона. Кто там, я что-то не понял. Оракул прячется внутри. Я получу ответы. Какая-то Тисифона. Наемник. И прям внутри. Что ты еще-то видишь, я не понимаю, Икар. Ага, какую-то херню надо спалить, сжечь. Я уже так делал. Ну, ладно, давай. Вот. Ух ты. Круто. Когда добыча идет сама к тебе в руки. Вот эту хренотень можно, по-моему, спалить, сжечь, чтобы ослабить влияние на регион. По-моему, вот так. Бабах. Круто, взорвалась. Там еще одна такая же херня где-то недалеко. Ну-ка, подожди секундочку. Дом Пифи. Да это я уже понял, что это дом Пифи. Как туда пробраться-то потихо? О, еще одна хренотень. Сейчас я ее и сожгу. Посторонись. Сейчас бахнет. О-оу. За мной отправили наемника. Я думаю, что мы заплатим и откупимся. И посмотрим как раз-таки на того наемника, который только что просветился. Тисифона, отца-убийца. Это она? Что за гермафродит вообще, а? То ли баба, то ли мужик. У нее лук 14 уровня. Она мне нравится. Нет, она мне не нравится, но мне нравится ее лук. Отслеживать? Нет, не надо. Я знаю, где она. Я просто знаю, где она, поэтому мне что ее отслеживать. Ну что, начнем пробираться в этот дом. Убейте стражника культа. 4 человека. Они хорошо защищают Пифию. Ой, бля. У-у-у, чуваки, я, по-моему, подвстрял маленько. Бля, там еще собака. Да, я спрыгнул. Опа-опа-опа-опа. Что же делать? Что же? Как мне их победить? Да, не прыгнет этот камень гребаный. Так. Вот кусты. А, чувак, а ты не хочешь проверить, что в кустах? Я тебя найду.
Ну иди поищи, я в принципе не против. Вот тебе и хитрость. Отлично. Минус один, и это очень даже неплохо. С остальными поступить нужно примерно так же. Только они все отвалили на самом деле отсюда, пока я того убивал. А этот, по-моему, гопник с собакой. Почему собака не просвечивается, я не понял. Это же явно псина. Так, эти сели медитировать. Ну-ка. Так это, блин, это же наемница. Мать ее за ногу, а. А интересно, можно как-нибудь проникнуть в дом по-тихому? Тоже через какой-нибудь второй этаж, там окно открытое. Можно вообще в центре. Блядь. Они палят, друзья, нас. В принципе, это спиной стоит, и эти спиной стоят. Пошел нахер. Ух ты! Ни хрена ты вошел! Стража! Не бойся! Мне просто нужны ответы. Бля, можно было и потише войти. Пифия — священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Ой, иди в жопу, а! Не пугай меня своими. А бояться следует меня. Пожалуйста. Че, напугаем ее? Довольно лжи. Говори, я хочу знать. Не могу дышать. Если закричишь или солжешь, я перережу тебе глотку. Да, вот так вот. Красавчик. Я и так обречена. Они узнают о тебе. И теперь меня убьют. Кто? Культ космоса? Да рассказывай давай быстрее. Отвечай. Уже. Да, служители культа. Они тебя убьют. За что? А что такое культ космоса? Почему ты служишь им? Откуда у тебя видение? Нет, кто такие вообще? Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена. Я не знаю. Имя сестра. Носят маски и плащи. Блять, мы тоже носим маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Так ты, значит, шарлатанка. Понятно. Но а видение-то, может, у тебя все-таки есть? Я был в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Да ладно. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя ты. Обалдеть. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Расскажи, где искать культ. Когда я заходил, дождя не скажи, было. Где странно, они? Откуда или гроза? Будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек. Проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в Хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Опа! Элпинор! Он служит культу! Попался. Я не уверена,
Но если да, то у него есть все, что тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. А теперь вон отсюда. Фух ты какая, блин, а. Смелая сразу стала. Опять этот гребаный Элпинор. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? Может, и даст совет, не знаю. Мне нужен лук, вообще. Сейчас эти говноеды увидят своего мертвого солдата. Поднимут хай. А может, и не увидят. Может, и не увидят. А может, и не увидят. Ура, не увидели. Остался один. Вернее, два. Вот этот вот с рогами. Да, его просто так не взять. И наемница. Сейчас я с ними разберусь. Окей. Мне нужно, чтобы он подальше отошел. Прячься. Вот так. В травушку, муравушку. Ну что, с двоими-то, я думаю, мы справимся. Сейчас я на него сначала прыгну. Запизжу его немножко сверху. Блин, только половину. Только половину уберу у него. Ну и хер с ним. Блять, хорош махать своей палкой. Фух. Котелок у него забрали. Ай, бля, она сюда идет. Тихо. Ух. Ну все. Блять, псина. Да хер тебе. Иди за нами. Иди за нами на открытую местность. Да, блядь, хватит в меня тыкать своей палкой. Да, ага, сейчас. Вот так вот. Давай, встретимся. Иди сюда. Иди. Блять! Палка-тыкалка. Ну иди сюда, давай, подходи ближе. Ага, ниндзя, блядь. Опа! Словила? Коленную чашечку. Ой, блядь, затыкает опять же. Опа! Блин, промахнулся. Ладно. Хорош. Ну давай, нанеси свой удар. Блять, а? Короче, ты меня задрала. Не хочешь ко мне подходить, не надо. Опа!
Блять, у нас осталось чуть-чуть. Тварь. О, трусы. И трусы. Да, у нее тоже белые трусы. Я хотел так ее быстро замочить, что, блин, даже последние атаки ее просто не хотел отбивать. Ладно, короче. Мы все узнали. Поняли, что Элпинор такой тот еще Элпинор на самом деле. Так что пойдем за ним. Но сначала поговорим с Геродотом. Но все это будет в следующей части. Итак, друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.